Всем привет, мои ребята, с вами Бугаплей. Сегодня мы будем разбирать, как сделать голос ботов в капкод. Для начала берем, конечно же, надо взять наше видео, из которого мы хотим сделать озвучку бота. Я, например, возьму вот этот вот клип. Потом мы нажимаем на ножнички «Изменить». Листаем. И нажимаем на голосовой эффект. И тут у нас появляются, конечно же, разные эффекты. И тут можно выбрать, например, смотрите. Понимаю.